Всем привет, я Макс Мачо, хороший друг Руслана Костова. И сегодня мы узнаем, что же думают люди о работе этого прекрасного, замечательного и позитивного ведущего. Смотрите далее. Поехали! Танцуй первый, второй этаж. Клуб сегодня полностью наш. Самое главное правило каждой тусовки – не надо стесняться. Так пел Ваня Дорн, так поем мы, так отдыхаем мы. Сегодня у руля MC-Mate, человек, который зажигает сердца абсолютно каждого. И только сегодня мы узнаем всю правду, что о нем думают люди. Поехали! Так случилось по жизни, что я Руслана Костова уже знаю, знаю его работу и могу сказать, я рад, что я отдыхаю перед руководительством метро сцены одесской музыки, это Руслана Костова. Руслану или MC Мэту, как его называют, поставить меньше 9, это я себе сам угрожаю смертью. А вообще Руслан Костов самый крутой, ему десяточка, полная десяточка. Это очень крутой MC. Я довольна, что я сегодня попала в этот клуб. Ого, я не понимаю, что происходит, но происходит это весело. Друзья, мы продолжаем узнавать, что же думают люди о работе MC Мэта. Девчонки, какие эмоции вызывает у вас MC Мэт? Энергия, драйв! Отличные! Застеснялась! Yo, what's up, ladies and gentlemen, in the house! Get ready for some more! Сравнить MC Мэта с какой-нибудь кинозвездой, с кем бы ты его сравнила? Наверное, это был бы Джонни Депп. Ты несравнимый человек, тебе нельзя ни с кем сравнивать, ты такой один, тебя надо ценить. Все правильно, дай 5, опа! Очень крутой MC, я бы даже хотел его позвать к себе на свадьбу, будет свадьба, обязательно обращусь к нему, очень крутой, мне очень понравился. Друзья, прямо сейчас вот набиваем клиентуру. У нас все по-честному. Друзья, звоним. Клиент найден. Очень хорошо, народу много, все рады, все довольны, весело, гуляем! Вот так сегодня мы зажигаем!